Итак, друзья, сейчас ужин, и я пришла прямо к началу специально, чтобы показать, какое тут столпотворение. Это капец, конечно, какой-то вот. Сколько людей, это вот все очередь на горячие. Так что, пожалуй, я начну с холодных, и потом подойду туда поближе, посмотрим, что там есть. Так, ну, как обычно, тут всякие намазки. Сыр. Опять на маске. Грибы. Мы их уже сыры пробовали. Но грибы нормальные. Остальное все как-то вот через раз. Баклажаны, кукуруза. Креветки, что ли, не знаю. Это салат из макарон. Опять какая-то намазка. Опять кукуруза. По-моему, мне кажется, это уже не очень. Так, капуста брюссельская, это какая-то картошка и какие-то котлеты. Давайте пройдем с вами к... Тут, короче, очень много, конечно, сейчас народу. И не знаю, получится ли нормально снять. Ну так, коротенечко, по крайней мере. Так, тут овощная всякая стойка, так сказать, или как это назвать. Салат. Без лука, помидоры, огурцы. Там салат с луком, просто помидоры, просто огурцы, просто лук. Дальше там в конце у нас лук и огурцы. Я не буду отключать камеру, чтобы туда-сюда ее не дергать. И просто буду вам дальше показывать, что к чему. Не знаю, возможно, меня будут пихать. Сейчас посмотрим. Или если я прорвусь первая. Так, перчик хлопениус, это вот маринованный, маринованная капуста, лимон, опять там хлопениус, оливки, маслины, соленые огурцы, вон там в самом конце, ложка загораживает, не видно. Так, здесь соуса, оливковое масло, это рукла, всякая зелень, краснокочанная капуста, перчик, морковка, салатный лист. Тоже зелень, капуста, перец, опять краснокочанная капуста. Так, тут должны быть супа и всякий хлеб лежит, булочки. Лежат они обычно тут, по-моему, с утра. Там стоят тарелки, приборы для первого и тарелки для первого. Так, никак я пока не могу подойти к первому, сейчас покажу. Здесь всякие приправы, соль, перец там и что-то еще. Сейчас я попробую детей как-то чуть-чуть разогнать. Так, это вот суп-крем. Я его сегодня ела в обед. И это суп-крем, по-моему, картофельный, а это, по-моему, томатный. Дальше что? Вот, очередь увеличилась. Теперь тут еще больше народу стало. Ой, меня уже тут толкают. Очередь вообще еще больше увеличилась. Стало прям вот от стола холодных закусок. Это просто трэш какой-то. Как будто все просто целый день были голодные. Караул. Так, идем. Тут уже ближе к горячим. Вот такие закуски. Ну, я точно не уверен. По-моему, это горячий там гарнир, значит, макароны. Картошка с грибами. Вот, мужчина отходит. Нет, не отходит. Рис и брюссельская капуста. И рис. Так, здесь я показывала уже ставят всякие соуса. Пытаемся протиснуться сквозь народ. Здесь опять тоже столпотворение. Но здесь, по сути, то же самое. А, нет, тут добавили картошку пюре. Кабачки. Зеленый горошек. Пюре. И там, по-моему, куриные грудки. По-моему. Сейчас попробуем протиснуться к горячему. Надо, главное, сказать, что я ничего тут брать не собираюсь. А то меня тут запихают, затолкают. Начнем с этого угла, потому что здесь меньше всего народу. Макароны. Это курица в сливочном соусе, очевидно. Так, пока нет никого. Это перец. Видимо, в томате. А, нет, это стручковая фасоль. Рис.
там вот что-то готовят уже. Не знаю, что это такое. Какой-то полуфабрикат. А, вот, я сейчас поближе покажу, какой это полуфабрикат. Вот. Не знаю, что это такое. Так, приборы я вам уже показывала, где. Их уже нету. Сладкий стол сейчас покажу. И здесь вот фрукты на ужин. Ой, меня уже толкают. Груши, апельсины и арбуз. Так, я просто решила уйти в сторонку, подальше от всех. Ну, в общем, вы увидели, да, какой там трэш творится. Кстати, тут есть второй этаж, вот, сзади меня. И туда, кстати, можно тоже пройти, но положить что-то себе просто нереально, если честно. Поэтому, ну, наверное, я все-таки приду чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Так, я сегодня вот в таком нарядненьком сарафанчике. Не знаю, не вижу в этом ничего криминального. По-моему, замечательный простой сарафанчик. Так, ну все, пойду выжидать какое-то время, а потом приду на ужин. Всем приятного аппетита!